Здравствуйте, сегодня мы проводим мастер-класс по декорированию новогоднего шара техники декупаж. Нам для работы нужны будут такие материалы, как акриловый грунт, акриловая краска, клей для декупажа, губки, кисти, декоративные акриловые краски. Самое первое, мы берем заготовку. Это обыкновенный пластмассовый шар. Мы его обезжириваем. Второй этап, мы берем лак и покрываем его кистью, протягивая, чтобы не было никаких капелек, все очень плотно. Когда мы покрыли грунтом, мы готовы к самому главному, к декору. Вам нужно создать свой фон. Не мягко, это не тот эффект, а плотно, чтобы вы слышали. И вокруг пошли. Пока наши шары остывают, потому что они должны стать холодными, мы берем и работаем с салфеткой. Мы выбрали салфеточные массивы. Очень просто начинаем отрывать салфеточку. Накоточком придерживаем контур нашего рисунка. Это получается у нас отступ 2-3 мм. И вот так вот вырывается то, что нам нужно. Мы должны убрать 2 слоя салфетки. Оставить прозрачный с рисунком. То есть он должен быть вот такой. Салфетка приклеивается таким образом. Она наклеивается от центра. Почему? Потому что салфетка растягивается в разные стороны. Я всегда восхищалась теми людьми, которые что-то могут сделать своими руками. И впервые в жизни я сделала законченное произведение, надеюсь, и с радостью подарю ему человеку, которого очень люблю, и думаю, ему эта игрушка принесет массу новогоднего настроения. Новогодний